Все же лучше быть готовым ко всему. Если уж случилось так, что после похода в кафе или ресторан вы почувствовали себя плохо, помните, обратиться с требованием возмещения морального вреда может каждый, если готов предоставить доказательства и пройти все необходимые процедуры. Первоначально, что надо сделать? В любом случае, это вызов врача или обращение в больницу для получения анализов, в связи с чем произошло отравление. Сделать надо анализы. После анализов непосредственно в быстром темпе и очень быстро надо обратиться в Роспотребнадзор. Это можно сделать как письменно непосредственно обращение самому лично, так и через интернет-сайт. Моральный вред, он у нас не конкретизирован непосредственно по ценовой категории в нашем законе, то здесь моральный вред будет возмещаться на усмотрение суда. То есть надо будет доказать, какие нравственные физические страдания понес человек в связи с тем, что он отравился в данном общепитии. Ну, я думаю, что не более 35-70 тысяч по данному категории дел можно будет взыскать с заведения.